Московская стажевая. Три и два. Три месяца и два дня. Но они крупные у вас такие? Шикарные, у них родители. Тут рядышком, конечно. Скопили 120 килограмм. Папа, да? Да. А 80 на... получается. На чем? На кормах или на тролке? Чередуем и корма, и кашу, и мясо, все вместе. Да, чем очень, конечно. Горит маме готовить, значит, кушает корм. Это настоящая московская сторожевая, настоящая. Не подделка. И хорошие глаза мне нравятся. Но есть немножко сырость, но все равно нету карманов таких. А тут девочка, да, это мальчик? Это девочка. Это девочка, а это? Да, это мальчик. Да? Девочка такая мощная. Ты красота? Ты меня нюхаешь? Ты меня нюхаешь? Ой, как интересно меня понюхать. Ой, как интересно. Смешная такая. Симпотная. А это мальчик. А это мальчик. Мальчик спать хочет. Мальчик спальчик. А девочка такая боевая. А сколько у вас родилось их? Четверо. Четыре, да? Всего четыре щенка? Четыре в этот раз, да. А рожает сама, да? Нормально сама, все? Помогаете или нет? Нет, она у нас все сама. Лапы такие толстые. Московская сторожевая, это девочка, три месяца. Такой монстр. Просто монстр. Ты же не хочу я показываться. Я спряталась. А это братик ее. Скажи, да, что за звуки такие? Что за звуки? Дети спать хотят? Смотри, мама. Ты смешная такая. Спокойная такая собака. О, там крякают утки. Дитё. Дитё. Да, мама на девочку. Все, спать. Всем спать. Всем спать.